Ну и, соответственно, первая тройка. Лазарев, Кучевалов, Лапшин вернулась у АКМ. Баранов, Медведев, первая пара в обороне. И Артем Воронин на стартовом сбрасывании. Вбрасывание это выигрывает Кучевалов. Ну и вообще первая тройка тоже здесь такая по именам у нефтяника Солина. Емец, Воронин и, собственно, Михаил Мокин. И смотрим, как это было. Вот здесь здорово получилось побороться. И дальше Лазарев так прострелил на пятак. Бросок по воротам. Артем справляется с ним из еще одной попытки. Выигрывает вбрасывание Шипов. Шайба отскочила от Мисичева. А тут Лазарев и забивает гол. Максим Лазарев. Есть Бровкин, выполнится на Виноградова, но все равно там стоят поставить Рассейкину. Максим поднимается к синей линии, оставляет себе зашку на Афанасьев. Бросок к воротам. Гузянов принимает шайбу на себя. Еще бросок, это 3-0. Максим Рассейкин увеличивает преимущество хозяев площадки уже до 3 шайб. Назад Альметкин. Малюков. Ну и заканчивается первый период. Игроки нефтяника шайбу в своей зоне. Дальше звучит сирена. Первый период завершен. 3-0 в пользу АКМ. Мощное, хорошее начало от хозяев площадки. Уходим на перерыв. Здесь интервью и затем наша студия. Дорогие друзья, возвращаемся на лед. И все готово к старту. Второй 20 минутки. АКМ впереди. 3-0. И это достаточно солидное преимущество, которое можно и улучшить. Да, я, честно говоря, так немного удивлен, потому что часто бывают такие истории, когда команда забивает в одном матче очень много, там просто долетает вообще все, ну как это было на самом деле в матче против ЦСКА ВЭС, потому что, помните, там как минимум 2 гола, это прям рикошеты или там двойные какие-то рикошеты. И вот после таких матчей часто бывает, что у команды наоборот какой-то ступор наступает. Сошла немного шайба с пята, Кучевалов прихватывает, но в свою очередь также не точно отдал и пытается Лапшин зацепиться за шайбу. Вот это на среднюю зону. Васин, Афанасьев, Кучевалов. Сам поехал вперед и есть свободное пространство. И это мощнейший выстрел прям в девятку. Ну не в большинстве, но тоже красиво. Тасанов дальше, я сказал, передача на Бровкина. Сейчас просто будет там по полному Виноградову. В итоге шайб доходит до Воронина. Вот здесь, да, передача на Крутого. И это 4-1. Успевает реализовать численное преимущество нефтяника. Продолжается борьба, незаконно дать назад, Евсеев. Шогин, ну, здесь уже заканчивается время периода. Счет не меняется. 4-1 в пользу АКМ после 40 минут этой встречи. В этом периоде по счету получилась ничья. Мы посмотрим, что будет дальше. Пока интервью и наш студент Телердире. И посмотрим, каким будет третий период. 4-1. Хороший пункт у АКМ. Да, плюс 3. Но так как нефтяник во второй половине, может, второй период еще вырвался, классно. Но сразу же атака, Лапшин, бросок в маску, Киселева прилетает шайба, и поэтому игра сейчас остановлена. Медведев. Ну, другое дело, что вот играть 5,5 минут, понятно, что минус 3, и по-хорошему нефтянику бы тоже пытаться создавать. Даже в меньшинстве, а потом, наверное, еще меньше.
Чевалов налево. Стал бросать Казаков. Вот теперь попытка подать от того игрока. И бросок. Ой, это гол! Это гол в большинстве. Надо понять вообще, кто забил и как забил. Потому что там такая шайба металась. Но скор шайба набегает, потому что там Сумин блокировал бросок. Ну и все, заканчивается этот матч. Сейчас реклама, но он вернется и проведем эту встречу.